будет очень много оскорбления чувств верующих. Всем привет, такие Кей. И давно у меня не было первых впечатлений. Возможно, нужно было делать первое впечатление на какой-то более популярный тайтл в этом сезоне, типа «Безумный азарт» или новая часть Фейта. Фейт, вот потом вот это любое слово, которое придет в голову. Или что там еще привлекло внимание большинства? «Любовь – ложь». Я смотрю очень много, и за время начала сезона у меня уже появилось несколько фаворитов, но иногда они совершенно не совпадают с тем, что нравится большинству, и таким образом у меня опять более 30 тайтлов в разделе, который называется «Смотрю». Я люблю тему про Ватикан, про католическую церковь, вот именно мистической тематикой, а не религиозной. Ну, по крайней мере, это интереснее, чем Библия. Нет, Библия, на самом деле, очень интересная, там, прям скандал, интриги, расследования. Но, я думаю, хватит об этом. Можно приступить к просмотру тайтла «Инспекторы чудес Ватикана». Прям чудеса будет Ватикана. Смотрим. Конечно же, у меня будет нарезка из того, что я буду говорить. Типа, вот эти вот очень длинные ролики, я не понимаю смысла в них. И да, у меня здесь с субтитрами все. Английский. Эти вот эти странные слова сразу вспоминаю клип «Экзо-мама», где ты не понимаешь, что люди говорят. Думаешь, что они говорят на непонятном языке, а они говорят по-английски. Ладно. Оккультизм, сатанизм и так далее. Я, наверное, не смогу работать, что там такое. Почему такой страшный звук? Но, блин. Это как-то не так страшно. Ну, в смысле, это странно, но не думаю, что это прям страшно. Они пытаются напугать меня плохой съемкой. Я не понимаю пока. Ну да, я тут вообще из-за сладких мальчиков. И всего такого. Но нет, на самом деле мне действительно интересно, какую анимистику сделают из этого. Кресты, почему сзади Пол Ван Гог, кто знает. Почему у него глаз нет? Очень странно. Окей. Я не знаю, опенинг, сама песня, но такое. Где-то мы это уже слышали. Не знаю, насколько мне нравится съемка, типа реальная плюс нарисованная в этом варианте. Нет, мне не нравится в этом варианте, как это смотрится. Ладно, у нас серия началась. Может, здесь будет моя нога, потому что мне неудобно сидеть. Звонок. Да, то есть это настоящее время. Окей, по-моему. Не знаю, надо было прочитать описание какое-то время хотя бы. Ой, он под чем-то. Ты все испортил, Роберто, Алехандро. Блин, я понимаю, что мне надо быть серьезно все это делать. Прикрылся. Очень странно. Ладно. Тут он на очень серьезную тему говорит. Нет, пока Вера крепко орёт, поправится. Это не так работает. Сам придумал. Сам выиграл.
Ой, ёпаста. У них и сканеры, сетчатки глаза есть. Вот это вот настоящее чудо. Сканер сетчатки глаза под Ватиканом. А, не существует непорочного зачатия. Вот что я думаю по этому поводу. Насколько он плохо видит, что ему пришлось надевать вот монокль. Я понимаю, что они пытаются нагнать на меня какую-то мистику, страх и так далее, но пока это очень смешно. Ну, это, наверное, не по их части. Это был очень странный переход звуков с обоих наушников в отдель. Академия. Да. Его раскрыли? Ну, полюбас, типа... Школа-интернат при католической церкви. Типа, зачем они еще существуют? А это, типа, которые вчера дьявола звали. До этого. О, а это, который летал. Посмотрите на этого чувака, у него даже глаз его бесстыжих не видно. Явно растлитель. Педофил. Эти внезапные кадры. Близкие ракурсы. Чё-то они во время смерти изображены свои. Такое ощущение. Они еще и из музея копье брали. Посмотрите на их пустые глаза. У этого вообще не видно глаза. Но у этого пустые глаза, они очень подозрительные. Че ты кричишь, что? У нее интонация как сумасшедшая. А себе руки проколола. Я не понимаю, почему у нее так кровь хлещет у нее. Она же сумасшедшая. Она... Вы слышите, как она говорит? Она явно... Там вот... Окей. Она сумасшедшая. Я вам говорю, типа, в моей жизни встречались люди, которые, ну, как бы, реально сошли с ума немного. Но это явно сумасшедшая. Возможно, ее изнасиловали. Посмотрите на этот пустой взгляд, зачем крутится, чтобы мы не заметили этого. Ее по-любому изнасиловали, а она теперь думает, что это ангел к ней спустился, типа, все, она умом тронулась на этой почве. Ты никому не докажешь, что твое тело длинно. Не девственная плевана, а просто у нее есть свойство как бы восстанавливаться. И какой-нибудь священник что-нибудь наплел, у них же есть это, как это называется. Ну или вот это вот. Либо искусственное оплодотворение. Потому что она сумасшедшая. Сумасшедшие же сами верят. Но они вот сумасшедшие, они же так выглядят, как невинные. Они сами верят в то, что говорят. Чё это за херня? Это два в одном закутанные, или это что это? Пока это самая жутковатая часть. Какие-то у него неудобные чемоданы, они же в современном мире, как чемоданы на колесиках, намного удобнее. Да, очень странно, посмотрите на их глаза. Очень странно, что они смогли построить все. Очень странно. Можно ли краситься католическим монашкам? Я понимаю смирение и так далее, но в них вообще жизни нет. Очень странно улыбаются они как зомби. Ну вот только
женщины нормально себя ведут. Странная женщина. Очень странная. Ее поведение. Всех поведение странное. Свечка продают подпольно. Пиздец. Как ты, блядь, слышишь чьи-то шаги на улице? У него чё за слух? Он услышал шаги на улице где-то, блин. Ага, как? Я даже если окно открою, я, блин, не услышу, что произойдет. Вот это жутковато. Там чужой. Вот это, блин, было очень жутко. Самая жуткая часть. Почему он не сразу заорал? Сначала у него спокойное было как такое лицо. Чё они все заперлись-то туда, на место преступления? Они же там все потопчут. Они что-то скрывают, они, смотрите, они большинство не смотрят как бы нормально, они куда-то в сторону смотрят. Полумёртвые люди. Нет, вы должны сразу, блин, вызвать полицию. Это... Она что-то скрывает. Святая вода обожгла его. А нет. Пойду умой в фонтане. На заднем фоне лица учеников. Точки и глаза. Они сейчас, я думаю, типа в реальном шоке, значит, от няни. Только не говори, что она плачет. О! Вот эти ваши... церковные штуки. Это ложь. Нет, 100 раз доказано. Правильно. Нет, это все ложь. Они там бабки срубают. Мне казалось, это будет что-то захватывающее, мистическое, но это очень смешно. Я могу, наверное, комментировать каждую серию. Я не знаю, как там будет дальше, но... Нет, это интересно, типа, как они будут доказывать, исследовать, расследовать, что там происходит. Мне интересно просто, это будет только про вот, одну конкретную школу, или там будет как бы разные... чудеса они будут исследовать. Я не могу сказать, что это типа очень что-то клёвое и прям вин. А, нет, это не он, это такой среднячок, который, ну, иногда интересно посмотреть. На тему мистики и так далее у меня есть тайтл, который мне очень нравится, и это не он, но он угарный. Не знаю, как по графике, особо меня ничего не раздражало, кроме вот этих снятых, как бы реальных кадров в эндинге и опенинге. Полная херня. Мне, в принципе, не понравилось ни эндинг, ни опенинг. Ну, эндинг, он такой обычный, такой приятный, но опенинг такой средняк. Посмотрим, что будет дальше. Посмотрим. И всем спасибо за просмотр. Увидимся в моем следующем видео. Пока-пока!